Все чаще современные мужчины в России осваивают профессии, которые традиционно считаются женскими. Причем делают это они вполне успешно. Сват, работник ЗАГСа, мастер маникюра. И это далеко не весь список. Все подробности новой тенденции узнала Татьяна Сальникова. Конкурировать с многочисленными московскими свахами Сергей Казачинский начал более 10 лет назад. Сначала бизнес-схему решил испытать на себе. Отобрал 500 с лишним анкет, сходил на 42 свидания, и та самая единственная нашлась. Удачный опыт навел на мысль открыть брачное агентство. Кого хотите найти, напишите о себе. Естественно, голубоглазый блондин. Как же сейчас в 2016-м вроде брюнеты? При виде Сергея клиенты уже не удивляются. 70% из них – женщины. Для них мужчина-сват даже лучше. Он уж точно знает психологию сильного пола и может адекватно оценить пожелания клиенток. Правда, про мужскую солидарность тоже не забывает. К примеру, пришла женщина и говорит, мне нужны исключительно деньги от мужчины, мне нужен богатый мужчина, я готова заплатить. Я говорю, извините, мы вам, наверное, помочь не сможем. В среднем за сватовство придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. Каждую неделю придется ходить на свидание, пока не найдете свою судьбу. А там уже и в ЗАГС можно. Я от всего сердца поздравляю вас с днем рождения семьи. Вручаю ваш общий документ свидетельства о заключении брака. В этом ЗАГСе мужскому баритону на свадебной церемонии уже никто не удивляется. По первости, очень такой у всех был потерянный взгляд, все, кто входили, ух ты, там мужчина стоит в зале. Мужчин в этой профессии в столице не так много. Отличается манера ведения официальной части. У женщин-ведущих она более романтичная, у мужчин краткая и сдержанная. Татьяна, можно мне ваши ручки? Фразу «Ой, ноготь сломала» Вячеслава, как других мужчин, не испугать. Сразу поможет девушкам навести красоту, ведь он мастер ногтевого сервиса. До этого кем только ни был. И поваром, и водителем, и директором магазина. Но интерес к рисованию и дизайну победил. В нашей профессии мужчин, на самом деле, еще очень мало. Очень мало. Хотя наиболее высоких результатов они как раз достигают. Вот на выставках очень много работ занимают первые места, занимают мужчины. В отличие от других мужчин, Яков не только любит смотреть танец живота, но и сам его танцует. Да так, что даже женщины с отличной фигурой позавидуют. Танец живота, во-первых, не располагает одинаковую фигуру, да, именно идеальную, хорошую. У меня он есть, он у меня приличный. Но зато, когда показываешь людям, значит, как работать с животом, сразу все видно. О такой карьере Яков вначале даже не мечтал. По образованию он преподаватель народных и классических танцев. После гастролей в Турции в начале 2000-х ему предложили сделать шоу с элементами танца живота. И вот уже 15 лет хореограф доказывает, что мужской живот не обязательно должен быть накачанным или пивным. Татьяна Сальникова, Москва, 24.